Сегодня у нас утро перед молитвой. Вот затопили печку, утром встали. Готовимся к молитве сейчас. Сейчас сестры должны подойти. Вот Игнат Тихонович так сидит одетый. А чё вы так оделись-то сильно? Я посмотрел. Замерзли, что ли? Посмотрел тут. 9 градусов. Замерз, надел все на себя. Не могу. Пойду греться скорее. Сейчас придут молиться, надо скорее мне это нагреться. Шапку снимаю, это тоже. А то они увидят, как я одет это, они сразу тут скорчужатся. Надо показать, я даже могу разуться босиком, чтобы они взяли пример, и на них это подействует. Это сестры-то духовные. Во. Так, надо скорее мне тут закрыть. Тут же у меня будет записываться. Поэтому я так вот оставляю, закрываю. Приспособление такое. Ну и все. Теперь за звук дать. Теперь что сделать? Микрофон рядом поставить. Так, тебе надо псалтырь положить. Вот я тебе положу. Ты вот это молитвенник считать будешь. Вот так вот. А это псалтырь. На каком месте ты остановился? Тут закладочка стоит. Ну, как будто бы все. Так, стул убрать мешается. Так. Я хочу более яркий сделать, когда сразу в чат рулетки буду, чтобы меня видно было, что тут не... А то нищета, нищета. Вот, красная. Это не нищета, это богатство. Вот так. Все, готов. Сейчас сестры ударят. Так. Вот она уже идет. Смотри. Так, это... Так. Скорее надо застынуть. Все. Сейчас буду как-то молиться будем. Я сразу открою, нас видно. Люди знают, где кланяться. Показать надо им. Слава тебе, Господи. Благодарю. Ох, это...